Какие наши правила? Какие они? Что получится из ваших детей? Игроки в комп или нормальные дети, а? Ну сидят же они с телефонами и рубятся. Зачем? Непонятно. Телефон это уже не кич. Лучшие китайские образцы в разы дешевле айфонов и самсунгов. А работают так, что те заваливаются. Только кому это нужно? Вам, мужики, или вам, женщины? Идеальный вариант – лучший грамотный специалист. Взять, к примеру, бокс. То, что происходило у нас в «Динамо». Слава тебе, Господи, что не все отвалилось. Все, что ушло с комбината, не развалилось. Все, что ушло от треста магнитостроя, тоже. Дворец спортостроителей. Теперь «Динамо» стал в разы круче и интереснее. Но возникает вопрос. Почему так мало? Во-первых, участников, во-вторых, зрителей. Ведь то, что мы видим, не ушатывает ваш семейный бюджет. Так же все говорят. Но вы обратите внимание, как все работает. Я бы сказал, идеально. Или вы забыли, что всегда боксом славилась магнитка? То есть, идеальные тренера у нас есть. Где ваши дети? Мой Салапет, помощник мой и сын мой. Ему очень нравится бокс. Ну давайте определимся. У него все и так хорошо. Хотя и сам он, естественно, любит играть. Но с ограничениями. Может, ему и захочется, я не знаю. Но удовольствие от соревнования он получил. Да, конечно, здесь были родители. Но этого мало. Ведь вы бы могли просто посмотреть на искусство. А что в этом сложного-то? Где вы, наши господа? Вот оно, наше удовольствие. А не в играх. Я не знаю, но меня бесят человеки, уткнувшиеся в телефоны. Телефон – это не радость. Другие вещи есть. Все же теперь стоит и недорого. Раньше стоило много, а теперь нет. И спасибо Китаю. Одели мальчика или девочку, и вот вам удовольствие. Отличная осанка, мышцы грамотные. Что надо, то. Да ничего, забыли про бухло, забыли про магазины, в коих можно только купить рыбу. В работу с детьми проще деньги вложить. И вы знаете, лучших вариантов я по сути не видел. Не курят, не пьют. Вот что нужно для вас. Да, мы живем. Да, государство любит спорт. По сути, все то, и чем занимается сын в спорте, ну максимум 2000 или чуть более, можно себе позволить. И можно съездить и на соревнования. Почему нет? Или сходить в магнитки. Чтобы он, как и вы, видели лучших. В человеческой жизни много радостей. Были санатории из пыли. Нет у нас удовольствия и веры. Вот вам удовольствие и вера в вашего перца. Вот к чему стремиться надо. А уже потом и самим заниматься. Есть такая тема. И здесь, в муниципальном учреждении, спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо».